Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 573. Упростите выражение, раскрывая скобки по образцу. Разберем эти два образца А и Б. Итак, случай А. Перед скобками стоит знак плюс. При раскрытии скобок знаки слагаемых в скобках не меняем. Получаем 7,1 плюс 3,2 минус 2,1. А дальше найдем смешанные числа с одинаковыми знаменателями. 7,1 минус 2,1 получится 5. И плюс 3,2 будет всего 8,2. В B-примере перед скобками стоит знак минус. Значит, по правилу раскрытия скобок все знаки слагаемых в скобках меняем на противоположные. Получаем 8,3 минус 7,1 плюс 11,2. И опять найдем числа с одинаковыми знаменателями. 8,3 плюс 11,2 будет всего 20 целых. И минус 7,1. Получаем 12,2. Точно так же сделаем В, Г, Д, Е. В 5/12 плюс в скобках 1,1 минус 5/12. Перед скобками стоит знак плюс. Значит, знаки слагаемых в скобках не меняем. Получаем 5/12 плюс 1,1 и минус 5/12. У нас здесь две дроби с одинаковыми знаменателями. 5/12 и минус 5/12. Мало того, что они с одинаковыми знаменателями, это еще два противоположных числа. А сумма двух противоположных чисел равна нулю. То есть получаем 0 плюс 1,1. А это будет 1,1. Б. В сделали. Г. 2, минус 2/5, минус 7,1. Перед скобками стоит знак минус. Все знаки слагаемых в скобках меняем на противоположные. 2, минус 2/5 и плюс 7,1. Найдем числа одного знака. 2 плюс 7,1. Получаем 9,1. И минус 2/5. Приведем дроби к одному знаменателю. К знаменателю 10. Дополнительный множитель к первой дроби 5, ко второй 2. Получаем 9,5 минус 4/10. А это равно 9,1. Д. 4,2 минус перед скобками. Значит, при раскрытии скобок все знаки слагаемых в скобках меняем на противоположные. Получаем минус 7,1 и минус 4,2. Два числа с одинаковыми знаменателями. 4,2 и минус 4,2. А это еще и противоположные числа. Сумма двух противоположных чисел равна нулю. Получаем 0 минус 7,1. В итоге получаем минус 7,1. Е. 9,7. И перед скобками стоит знак минус. Значит, знаки слагаемых в скобки меняем на противоположные. Минус 2,1 плюс 2/9. Два числа с одинаковыми знаменателями. 9,7 и 2/9. И эти числа одного знака. То есть складываем. 9,7 плюс 2/9 будет 9,9. Минус 2,1. 9,9 – это 10 целых. Минус 2,1. Занимаем единичку у 10.
получаем 9 целых, а единицу представляем в виде дроби со знаменателем 2. 2 вторых. Минус 2,1 вторая. Получаем 7,1 вторая. Мы упростили выражение, раскрывая скобки по образцу. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.